Такая мелодия обычно знаменует окончание занятия по билотерапии, которая восстанавливает здоровье с помощью звуков и вибраций. Их издают плоские колокола, так называемые билы. Это одна из восстанавливающих процедур для детей с ограниченными возможностями в Ставропольском центре реабилитации. Помимо этого, ребята здесь создают мультфильмы, сажают цветы, учатся ходить, самостоятельно есть, а также социализироваться. Наш центр открыт для детей с инвалидностью или с ограничениями по здоровью. Центру уже 17 лет. Мы принимаем детей от 0 до 18 лет на бесплатной основе. Для этого нужно просто записаться по телефону или прийти в центр с разработанной индивидуальной программой реабилитации или реабилитации. Мы работаем и с детскими домами, которые нам тоже присылают детей, но в сопровождении тогда своих специалистов, воспитателей или социальных педагогов. Обычно здесь проходят групповые занятия, но сейчас центр пустует из-за эпид-обстановки. Его недавней гостьей стала Марина Гордеева, председатель фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Она высоко оценила Ставропольское учреждение. Вот сегодня мы, видите, в таком центре, отрисованном семьям с детьми-инвалидами. Ставропольский край действительно отличается с какой-то вот очень динамикой большой, интересными формами работы вот с детьми-инвалидами. Это и в социальной защите, и в образовании, кстати сказать. Самостоятельно закупать дорогостоящее оборудование центру было бы сложно. Однако фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации предоставляет грантовые программы, в которых участвуют и Ставропольский край. Некоторые аппараты приобрели благодаря поддержке фонда. Например, тренажеры Гросса, которые приспособлены для детей с ДЦП. С помощью гранта закупили современные кушетки. В центре функционируют 4 отделения – социально-медицинское, психолого-педагогическое, отделение ранней помощи, а также физической реабилитации. Сюда поступают дети с различными заболеваниями, например, ДЦП, аутизм, онкология на разных стадиях, а также с нарушениями слуха или зрения. В наш центр дети поступают в социально-медицинское отделение, где на основании своих документов медики проводят первичный осмотр и дают дальнейшие свои назначения для медицинских процедур, которые есть в организации, и для психолого-педагогических услуг. Далее дети и родители проходят на разработку маршрутной карты, где уже будет полностью разработан комплекс услуг на данный реабилитационный цикл. В Ставропольском центре много современных аппаратов, которые помогают восстанавливаться детям с ограниченными возможностями. Практически все процедуры проходят в игровой форме. Здесь для этого есть все условия. Например, так называемый БАК позволяет услышать музыку мозга. Она лечит расстройства нервной системы. Оборудованные сенсорные комнаты помогают активизировать все органы чувств с помощью световых лучей, звуков или массажных поверхностей. А на лестницах есть специальные приспособления для перевозки детей, которые не могут самостоятельно передвигаться. В центре находят индивидуальный подход к каждому ребенку. Они здесь не только восстанавливаются, но и взаимодействуют друг с другом, играют и развиваются. Кристина Бородюк, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».